Так, 4000. Я могу купить яблоньку! Вперед! Яблоня! О, смотри, прикольно. О-о-о-о. Можно я еще 20 тысяч таких? Почему их купить нельзя? Пускай бы они стоили дорого. Ой. Обида. Слушай, а вот интересно, а если я его выдерну, а потом воткну в другое место, он будет работать? Что если? Работай. Не? Слишком хитро, да? Эх. Ну ладно. Но я, по крайней мере, попробовала. Или он через время все равно будет работать. Вот потом проверить. Ай, черт. Его надо воткнуть в серединку. Да я знаю, что вот если только сюда. Но понимаешь, в серединку это мне вот эту центральную придется убрать. Я не знаю, короче. Можно, конечно, попробовать. Что делать-то? Я просто хотела как-то вообще в другое место его воткнуть. Как там это делается-то? Пущай будет тут, короче, ладно. Уболтали. Так, это уже полито. Это полито? Это полито. Это что такое, господи? Ну, типа, да. Вот не люблю вот эти штуки, непонятно, поливаешь ты их или нет. Так. Так. Вот, знаешь, ты стоишь 20 минут и поливаешь это все. Энергии все, уже нет. Потом ты идешь, тратишь время на то, чтобы посидеть в бане, до которой еще дойти надо. И в итоге ни туда, ни сюда. Я хочу яблоньку и коровок. Все. Моя цель в жизни это яблонька и коровки. Черт. Хоть где-то у нас лето, господи. Так, а вот тебя еще полить. Да я не беру на будущее. Еще надо два дерева посадить. Чтобы было. Лучше хрюшки и кролики, профита больше. Ну, пока что наш... А чё, можно вместо коровок хрюшек? То есть там выбор будет? Так, дыню мы сейчас отдадим, жгучий перец мы продадим. Редиску нахрен, древесный сок тоже. Я вот не помню, вот это нам нужно? Желтая. Фигня. Так, это не то. Надо, кстати... Опять я не туда пихаю. Надо телек посмотреть, что там с удачей. Какая у меня рыба есть так на будущее? Тунец, камбала, барабулька, камбала, камбала. Продадим, короче, мы это все нахрен. Ну, все. Тунец нам нужен был. У нас был все это время тунец. Вы понимаете, да? Ай, блин. Ну, кто ж знал. Так. Так, где там у меня дерево это было? В один коровник можно запихать и корову, и хрюшку, и овцу, и козу. Хм. Так, что я хотела, господи? Ой, блин, бомбит. Так вот приходишь два раза в год. В игру уже ничего не помнишь. Так, мне нужно дерево. Мне нужно дерево и 6 тысяч. Черт. Есть вообще смысл сейчас покупать яблоню? Осень же уже как бы скоро же, да? Так, если кто-то писал, сколько там дней было до осени, я благополучно пропустила, поэтому сейчас самое время писать еще раз. Так, но они же вместе не вырастут, да? Ну, пускай растут все равно. Что вырастет, то вырастет.
Прокачать инструменты. Еще раз тогда вопрос. Что там нам нужно было? Слитки, по-моему, медные, да? Или что-то такое? Что нужно для инструментов? Надо здесь порядок навести как-нибудь, когда-нибудь. По-моему, медные слитки, да, нужны были? И деньги. Деньги по 2000 слитки. Медные. Или железные. 5 медных слитков и 2000. Ой, блин. Так, подожди, у меня там... Там, где? Вот она, медная руда. Сейчас мы немножко сделаем. Топор, я думаю, сперва улучшим. Топор и... Что там еще можно улучшить-то? И какой... Что имеет смысл улучшить сейчас на данном этапе нашей жизни? Давай быстрее, боже мой. Топорище-то точно пригодится. Так. Топор, лейку. А что там с улучшением лейки-то будет? Нашу жизнь, да уж. Топор, лейка, пойдемте. Будет помещаться больше воды, можно за раз 3 клетки полить. Все быстрее улучшать лейку. Мы, по-моему, в прошлый раз для этого и делали, да? Столько медных слитков, чтобы прям вообще затыкаться. Я едва свожу концы с концами. Слишком много пациентов. По-моему, если слишком много пациентов, это прям наоборот должно тебе хорошо как бы... Не? Требуется охотник на слаймы для истребления... Берем. Сейчас пойдем улучшим. Хлеб, отлично. И ломанемся, короче, в шахты. Алекс, стой, у меня для тебя горох есть. Круто, спасибо. Я вчера купил себе новые кроссовки. Я их выбросил, кто бы мог... Я бы мог это отдать на благотворительность, но не хочу, чтобы какой-нибудь чудак носил мою обувь, понимаешь? Все это мне не нравится. Я думала, это нормальный, но нет, ты козел. Улучшить инструменты. Так, лейка сразу, моментально, давай. Спасибо. Через пару дней... Ах, еще и через пару дней? Ну, я уже опоздала, да? На этикете я опоздала. Улучшать только перед дождем и после поливки. Поздняк все метаться. А, он еще и лейку будет. О, боже, а ты сразу не можешь несколько вещей... Ай, все, хана нам. Дождь! Приди! Приди, дождь! Слушай, у меня тут... Я же книгу, по-моему, откапывала, не? Вот, точно. О собирательстве. В местных лесах и горах можно собрать много полезного. Мой собиратель бла-бла-бла, самым опытным собирателем известен секрет выращивания съедобных диких растений. Просто удивительно, да? Что-то мне подсказывает, что я это уже читала где-то. Что-то мне это ничего не дало. Кирды к огороду. Да... Ну, будем надеяться, что нам повезет, а завтра будет дождь. Да. Давайте еще одну купим. Сейчас все деньги на лейку просрем. А ты любишь украшать свой дом? Хорошо, наверное, когда у тебя есть собственный дом. Да уж, который можно якобы обставить. Если бы. Так, а кому там нужна была? Деметриусу нужна была дыня, да? Да, пойдем. Мару, ты должен сейчас сворачиваешь всякие интересные растения. Папа говорит, что в это время года в долине растет много экзотических растений. Дождя! Питерскую погоду. В Стардию. Да уж. Ну, а говорит, не помрет, просто овощи вырастут на день позже. А, да? О, как хорошо. Так, товарищ Деметриус, где вы есть?
Где твой муж, женщина? Ну, кстати, посмотрим. Птичник. 4000, да. Бррр, где муж той женщины? Где он ходит? Может, он тут где-нибудь стоит? Он же любит это дело. Черт. На острую ягоду. Отличный подарок. Еще бы. Черт, я устал. Ладно, пойдемте сперва отмокнем тогда. Я сейчас сдохну здесь. Отмокнем, может быть, этот... Короче, я сегодня не попаду в шахты. Черт. Потому что я просто банально... Сколько мне там их убить-то надо? 6. Я все равно не успею. Черт. Нужны кровавые жертвы. Мне, кстати, что-то тут... когда Фейбл вспоминала это на днях... Что-то так и захотелось посмотреть на... Мы же с вами оригинальный Фейбл проходили. Я когда Ири втирала по поводу того, что Фейбл, поиграй. Я ей говорила то, что если будешь играть, обязательно играй в оригинальную версию с русской озвучкой, там бла-бла-бла. И что-то мне после этого прям захотелось посмотреть на Anniversary. Вот эту обновленную версию, где графон такой под это самое. Может, пройдем когда-нибудь Fable Anniversary? Когда-нибудь. Окей, Google, 15 вариантов ритуала призыва дождя бесплатно, без смс. Нет, даже не досидела. Дула на стриме. Да, господи, куда стрим? У нас на стриме Ведьмак, еще Стардию, Sims периодически. И что там еще у нас было? Что у нас еще было на стримах? Хроно Триггер. Ну, это такое, это не считается. А чё, иметь серию Фейбл на канале? Ну, Anniversary — это же не вторая часть, а это вся та же первая, только обновленная. Диметриус, где ты? Ты тут? Успею ли я зашатать 6 этих слаймов? Можно, конечно, попробовать. Жалко, здесь нет быстрых сохранений. Этой игре очень сильно их не хватает. Там что-то, подожди, что-то какие там... Студни морозных... Студни. Ху из студни. Студни. Пока они мне еще попадутся тут. Отвали. Это вот это студни? Или нижние? Да и то, и другое. Ну-ка. И то, и другое. Супер. Так, теперь. Черт, надо было на верхний уровень, потому что я здесь пока в спуск вниз найду. Ну или нет. Студень, иди сюда. Нужно успеть. Мне нужно успеть. Слушай, а что такое? Слушай, а... У меня в левом верхнем углу какая-то фигнюшка отображается, и буковка N, ну или H английская, что-то такое. Вот сейчас, подожди, сейчас покажу. Господи, сейчас я чат подвину, чтобы вы увидели. Вот это вот что такое? Вот это вот. Эти фиговинки считаются за студни? Наверное, нет. Слушай, лафовый уровень, смотри. Сейчас меня, правда, убьют, скорее всего, на нем. Уровень с чудовищами. Чтобы появилась лестница, надо всех убить. А-а-а. Супер! Я буду знать, что здесь теперь... Вот. Какой уровень-то? 45-й, кажется, да? 46-й. Здесь, значит, где-то можно будет набивать... Вот этих вот ребят. Ах, черт. Да, блин, не в ту сторону, Нил. Успею ли я?
Изыдите, чудовище. Монстры. Я ведьмак. На этом уровне появился спуск. Где? Мне это, конечно, ничего не даст. Господи, зачем так? Спуск. Гениально. Что тут? Музло тут. Но, к сожалению, я тут не смогу задержаться, поэтому... Увы, придется потом повторить. Ну ладно. Кто меня заказывал? Льюис же, да? Льюис. Успею ли я его поймать за ляжку? Сейчас, сейчас еще, может, домой к этим успею просочиться. Так, Себ. Диметриус, я тебе дыню несу. Может, его на дороге встречу. Себа, отнеси папане. Кто он тебе там? Обычно я выхожу на улицу, когда стемнеет. Ты считаешь это странно? Ну, ну да, есть чуть-чуть. Хотя, на самом деле, я тоже стараюсь на улицу выходить, когда больше темнеет. Больше темнеет. Ну, хотя бы не сильно ярко. Мои вампирии глаза не могут этого вынести. Не, это нужно завтра сдавать задание. Здесь их бесполезно сейчас будет искать. Он в баре, наверное. Да уже 10 вечера, я не думаю, что он в баре. Хотя, попытка не пытка. Ну нет, они уже все разошлись. Тут тоже никого. Ладно, завтра тогда два задания сразу сдадим. Что поделать? Стоять! Спасибо, пожалуйста. Нет. Чё-то мне хамишь, что слышишь? Стоять. Чёрт. Иди быстрее, господи. Что только не пойдешь. Так, нет, через ферму я не пойду. Там много деревьев, в темноте я там не выберусь вообще оттуда. Все. Черт, я так и не сходила в этот самый, ну ладно. Бам-па-парам-пам-пам-парам-пам. Ладно, это я, наверное, втюхаю им в качестве подарков. Пускай подавится. Тан-тара-там. Тан-та-тара-там. Тара-тара-тара-тара-тара-тара. Та-та-тара-та-та-тара-та. Та-тара-тара-тара-та. Сколько он говорил, он будет лейку делать? Очень редко выхожу на улицу, мало ем, предпочитаю сидеть в темноте, в психушку меня. Так, подожди, где-то у меня тут были крылья, кажется. Два дня. С учетом этого? То есть этот и следующий, да? Ой, молимся на дождь, короче. Но я не думаю, что он будет, потому что слишком уж часто. Боевые навыки. Новый рецепт коренья на блюде. Потрясающе. Надо чатик, наверное, на место вернуть, а то он съехал. Давай вот, вот так вот. Всё. Сколько еще раз дней я забыла, если мне в чатике писали, я не увидела. Ну, естественно, солнце. Зато халява! Ой, что такое? А, это стул, господи, не признала стол.
Халяву поливать ничего не надо. Красота. А это уже выросло, смотри. Все, еще и урожай словим. Потому что они чуть-чуть посохнут. Не страшно. Хорошо, у меня в руках коса была, а не тяпка. Так, что там? Как дела? Предлагаю письмо инструкцию по приготовлению моих любимых блюд. Сашими, Линус, спасибо. Сашими, Линус, представляешь? О, кошечка без воды останется! Офигеть. Так, мы сейчас пойдем тогда отдавать. Это уберем. Виноград у меня вроде был затюкан, да? Или нет? Ой, блин, как мне бесит этот момент. Нельзя было как-то сделать, знаете, строчками. То есть вот здесь вот, допустим, весенний узелок, и здесь список. Там зимний узелок, список. Блин, зачем вот это... Дрочилово вот это делать, зачем было? Постоянно забываю, что-то ежевика. Нет, все, все есть. Сардина. Тунец. Тунец! Подожди-ка. Тунец! Кошечка высохнет. Киска высохнет. Подсохнет. Простите меня. Это все верно, винокарно, я вам отвечаю, потому что у него вот эти вот темы проскальзывали при прохождении третьего Ведьмака, который я у него смотрю параллельно со своим прохождением. Это все он. Это не я, это все он. У него там каждые две серии такие шутки, поэтому я не виновата. Это все карно. Так, пока я не забыла, идем сразу втыкать. Ладно, бумажку потом читаем. Сашими делается с любой рыбы, ее очень любит сепка. Я ему сочувствую, потому что она ее не получит, мою сашими. Не для него моя сашими росла. Так, давай не лоц, порадуй нас. Опа, что это было? Что это сейчас было такое? Мне показалось? Что это было? Так, пойдем вниз. Что у нас тут? Может, этих принести потом? Слизняков у меня этих тоже вроде достаточно. Подожди, а где это было? Я же помню, где-то морковка была пещерная. Где она была? Ой, бесить не могу. Вот она. Комната искусств. Что из этого комната искусств? Кладовая. Вот. Так. Вот что тут такое? Что это такое, а? Почему они так ведут себя? Ну ладно, фиг с ним. Помню же, где-то был виноград. А, он может был... В том узелке, который я уже собрала? Фиг узнает. Неважно. Помидоры надо продать. Что-то я забыла это сделать. Диметриус! Чуть не забыла. Диметриус и Льюис. Та-та-та-та. Вот она, жизнь без поливки растений. Рай! Открой дверь. Диметриус.
Здрасте. О, привет. Мы с папой вот изучаем образцы почвы. Не стесняйся, на самом деле помощь лишней не будет. Не присмотришь вот за этой мензуркой? Я пока принесу последние образцы. Сейчас вернусь. Шерон, покончи. Образцы свалила из дома, да? Спасибо за помощь, Нилвотс. Мару славный ребенок. Моя особенная девочка. И не пихай в нее свои пиписьки. Это моя девочка. Я не хочу, чтобы что-то встало на пути ее большого будущего, понимаешь? Это так, информация к размышлению. Ясен намек, папаня. Не переживайте. Вагина вашей девочки останется нетронутой. Да, извини, что так вышло. Надеюсь, вы нашли, о чем поговорить, пока меня не было. Нил Уотс интересуется, что за образцы мы исследуем. Вот я и рассказываю. Ага, ага. Навечно. Так ведь, Нил Уотс? Да, да, конечно. Значит, нужно поскорее оттитровать раствор, пока он не кристаллизировался. Ну ладно. Так, Нил, я покажу тебе, как пользоваться этим оборудованием. Давай, покажи мне, как пользоваться этим оборудованием. Он не чинчи. Вспомнилось. Да уж. Диметрис, что ты меня выгнал? Блин, его нет, как я ненавижу эти моменты, ну. Где его носит? Так, ты меня пускаешь к себе? Все, я могу войти. Привет! Устройство, над которым работает Мару, выглядит неуклюже. Давай помогу. Спасибо за помощь в лаборатории. Да-да-да. Где Диметриус? Что это такое? Космический постер. Да ну, блин, такие обои. Жуть. Диметриус. На кухне, да, вижу. Так, Диметриус, на дыню. Превосходно, то, что нужно для моего исследования. Будет очень сложно ее не съесть. Спасибо огромное. Попробуй только сожри, блин. 500, супер. Чудовище. Шахты. Льюис, да. Ты уже решила, кто будет избранницей? Да, честно говоря, вряд ли кто-то будет, если честно. Только Ева, только хардкор. Сволочь. Так, все, пойдемте к Льюису. Диметриус вообще стрёмный. А что такое? Смотрите, какая прекрасная цифра. Замечательно вам. Товарищ Мэр, вы где? Левел! Достижение! Курьер! О, Нил Уотс. Нил Уотс. Проблема со слаймами решена. Пасечки, надеюсь, был не очень хлопан. Слаймы бывают очень опасными, бла-бла. В пещеру теперь безопаснее. Вот твое вознаграждение. Спасибо. Та-т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 а. Так, что еще? ПМ обойдется. Шорты мэра пока что не работают. Животноводство. Дерево. 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 Дерево для птичника. Нефрит. Моя сестра такое просто обожает. Только я тебе по секрету говорю. Слушайте, вопрос. А если я захочу, как бы, кроликов, да, и свинюх? А мне птичник придется сносить или можно построить все? А? А? Подожди. Сегодня утром меня разбудил солнечный лучик. Никогда еще не чувствовал себя так свежо. Можно и птичник, и хрюльник. А хрюльник вместе с кроликами, что ли, будет жить? Здорово, фермер, ты, похоже, немного обгорел. Точно, напомните, когда там вторая Тодамун, да-да-да. О, штучка! Все, супер. Можно еще раз сходить в этот, в клуб. Кролики живут в птичнике. А, супер, 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 супер!
Супер. А чё, что мне сразу-то не сказала, когда я выбирала то, что строить птичник или нет? Я сказала то, что ну его нахрен, типа курицы. И ты такая, да-да-да. А теперь говоришь, что ж там кролики, типа можно... Кроликов можно разводить. Эх, Нейт Кейти, как ты могла? Подруга моя! Так, дерево. Дерево. Дерево! Быстрее. Кролики живут в птичнике, свиньи в хлеву. Но ты можешь и то, и стол построить. Места же много. Ну да. Мне кажется, ли крышу этого дома периодически меняет цвет? Что-то, блин, штырит меня. Ой, вы ищете тетю Марни? Че ее искать? Вон она ходит. Марни, стой! Я люблю животных, мистер Нилотс. Я уверена, что вы будете хорошо с ними обращаться, то мы с вами скоро подружимся, да. Естественно. Трусы, блин. Взломай! Марни! Взломай мне дверь свою. На виноград. Открой дверь. Мне трусы нужны. У меня своих нет, понимаешь? Замечательно. Так, тут еще что-нибудь есть? Что можно поиметь, да? Слушай, колдун, мы же к нему так особо-то и не ходим. Надо было топор сдать. Блин, черт. Как там? Козел, жопа. Как там? Мэрские трусы. Мэрские, ага. Мэрские такие. Мэрские трусы. Кстати, Сэв, на Салли Фейс проходить когда-нибудь будешь? Я не знаю, что это такое. Что-то индюшатина какая-то, по-моему, пиксельная, да? Не знаю, вряд ли. Нет времени на столько игр. И места на канале тоже. И так всего дофига выходит. И еще будет. Так. Так, это дерево не рубится. Что у меня? Неважно. Салли еще не все вышло, даже тем более. Ненавижу игры в раннем доступе. Вот Divinity 2. Я так чуть-чуть на него посмотрела, там дошла до первого же города, чуть-чуть потыкалась. И вот на днях установила его заново. Все, что я там сделала, ну, хотя я там сделала всего ничего, то есть буквально дошла до города, повторюсь, поговорила с парой небесей. Сохранение уже недоступно, понимаешь? И вот еще неизвестно, сколько изменений будет к моменту выхода игры. Да ну, все спойлеришь, причем спойлеришь раннюю версию, которая еще, может, 20 раз поменяется. Опять же, Divinity 2. Там начало сильно поменялось. Ну, то есть, если там изначально, ранее, ты как бы просыпаешься сразу на берегу, как в первом диване, после заставки там, после какой-то, то во втором диване ты не после кораблекрушения просыпаешься, а прямо на корабле, еще там на корабле какие-то приколы. Ну, то есть, да. Фликеринг, привет! И спасибо тебе большое за закадровый донат. Я все увидела, все прочитала. Спасибо тебе большое. Очень неожиданно, надо отметить. И очень приятно. Спасибо тебе. Прям очень круто. А если очень повезет, то можно прилететь ведьми с голубой. Господи, наркомания. Так. Тихо. Что у нас там по дереву? 163. Уже, в принципе, хватает. Ну, сейчас дорубим. Сейчас все дорубим. А завтра построим тогда птичник. Будут у нас курочки! Ну, вообще, нам по канону нужно иметь куриц во дворе. Хватит ли мне сил? Поздня. Все, последнее дерево на сегодня. Идемте домой. До клуба я, интересно, добегу. Может, съесть что-нибудь? Да.
Мне хотя бы до клуба добежать и мидию воткнуть. Ой, не люблю я этот путь, конечно, до дома. Хотя, блин, а чё, я же уже с городом рядом. Все, пойдемте в эту сторону. Кошка, кошка орёт, если вы ее слышите. Вам придется с этим смириться. Так. Где мое музло? Чё она не играет? Чё такое? То есть это тут было? Так, а... Надо... Слушайте, вот эти черные точки, они весной были, например? Потому что что-то мне иногда кажется, вот когда я бегу, что появляются какие-то новые объекты. Так, где там мидия-то была? Все, супер. Домой, в хату. Вот зачем я это просто делаю? Я наверняка это ничего не соберу до конца. Знай меня. Почему наркомания ведьма тут? О, вот здесь еще и задание было, прикинь. Мне кое-что нужно. Аметист, чтобы положить под подушку. Просьба доставить сегодня в любое время. Ну, я возьму, конечно, это задание, но... Надо не забыть. 24 число Вилли. Вилли! Забыл про волшебника. Ну, блин, к волшебнику неудобно ходить, да и, в принципе, ну что, просто подойти к нему, посмотреть то, что он уже 20 тысяч раз до этого говорил. Может, он, конечно, какой-то квест выдаст, как это было. Но, блин, что-то так лениво мне к нему идти каждый раз. Так, ну... Что я могу? Ладно, фиг с ним. Так, золотая руда. Медная руда. Глина. Пускай руда у нас будет, наверное, в этом отсеке, не знаю. О, кстати, корень. Острая ягода. Хм. Давайте его с собой таскать, это будет наша еда. Рыба, еще какое-то балахло. Йоля. Господи, когда мне уже повезет с этими долбанными желудами? Мне их уже сколько? 19, мать его, штук. 19, Карл. 19 гребаных живот. Ты понимаешь? Ой. Так. Горох надо, кстати, потом отдать кому-нибудь. Берем сразу, чтобы не забыть. Дерево, камень. Деньги у нас с собой, правильно? Правильно. Все. Пойдемте. И за лейкой надо не забыть сбегать. За лейка. Все, спатеньки. С деревом в обнимку. Лесник. Собиратель или... А я буду продавать дерево? Что-то у меня есть сомнения на этот счет. Мне кажется, собиратель лучше, да? Получить двойной сбор. Я не буду продавать дерево, мне бы его для себя бы... нарубить. Живоды возьми, когда за лейкой пойдешь. Если сейчас хотя бы просто... О, дождик. Наши мольбы были услышаны. Так, скажи мне. Очень рады! В кои-то веки! Господи, это свершилось! Это свершилось, господа! Духи очень рады! Господи, когда такое было-то? Все. Милоц, до меня дошли сведения, что ты помогаешь согражданам. Все очень тебе благодарны. Я присуждаю тебе награду лучший сосед за этот месяц. Так держать, мэр. О, еще и денег дали. Еще что-то? Милоц, я читала про тебя статью в местной газете. Похоже, загородная жизнь — это твое. Я так тобой горжусь. Береги себя, солнышко, с любовью, мама. Понимаешь? Духи очень рады. Они так рады, что прям вообще... Так, так, духи рады, духи рады. Милоц вообще сейчас уписывается от счастья. Быстрее колоть все. Морозные жоды где-то у меня тут еще мега-мега прокачаны. Омнижиода, быстрее вперед! Омнижиода ждет.
Быстрее, быстрее. Так. Здесь вроде ничего не растет. Вперед! И бежишь, понимаешь? Тут неторопливо. Так рада, что тут дождем от счастья. Да уж. А, может, поэтому и рады. Может, у них, не знаю, запор был какой-нибудь. Вообще, мне бы надо, наверное, сразу построить. Хотя нет, нет. Омниживоды, они же за деньги раскалываются, да? Сейчас мы, короче, наверное, чуть-чуть рыбки половим. Дождемся сладострастного мига, когда откроется кузница. За живоды, за раскол живот сколько берут? И берут ли? 25 монет. А, ну тогда ладно. Так, быстренько в калькулятор. 25 на 20. Опа, это я удачно нажала. Тихо, тихо, тихо. Это бешеная рыба. Это щука, что ли? Тихо. Ой, черт. Этот речной, блин, дьявол. Черт. Ну? Но! Да, я моя. Ой, что делал? Что я туплю-то? У меня же берег. У меня же еще берег. Вроде ничего. Как-то не густо сегодня на берегу. Сейчас кораблекрушение какое-нибудь будет. Чайки все склевали, все ракушки. Сволочи. А, Ириска, пока что 12-й финалки на ПК нет. Русификатора для нее, соответственно, тоже нет. Будет на ПК, будет русификатор, я подумаю об этом. И по возможности даже пройду. Пока что смысла говорить об этом нет. Со скольки там кузница-то открывается? С двух где-нибудь, да? Шед. У нас шед был в этих в кулечках-то, в свертках. Как они называются-то, господи? Ну, в коллекционках. С восьми. С восьми? В смысле, с восьми? Живоды! Лейка! Мы получили лейку. Зашибись. Расколоть живоды все! Все живоды расколоть нахрен. А мне места не хватит, да? Че это? Песчаник, допустим. Мне прям везет, глина, песчаник. Так, Гюнтер, ясно. Говно? Что это? Арглит. Вот эта штучка, по-моему, нужна... Или нет? Нет, нет, показалось. У меня место сейчас закончится. Черт. Так, что делать? Сегодня такой день. Так, знаете, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас потратим... Сейчас вот прям галопом, 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 галопом. До этой самой. Продавай. Что продавать? Штучки вот эти? Вот эти вот продавать? Как-то... А как же Гюнтер? Черт, я же рядом была! Блин, тупая женщина! Паника, блин, в какой-то веке! Обойдется, что значит обойдется? А смысл тогда в этом музее? Спасибо. Я предвкушаю сырость и холод. Так мне комфортнее. Удачи. Робин, Робин, сделай мне птиц. Сделай мне ребенка. Птичник построить. Я могу даже выбрать, куда его воткнуть. И где он у меня будет стоять. Что-то мне нигде ничего не нравится.
А почему они не могут сразу как-то с ней... То есть мне еще и место расчистить под этот долбанный птичник самой перед тем, как к ней сюда приходить? Серьезно? А, нет, подожди. Нет, она, наверное, снесет сама это, да? Ну... Куда мы поставим птичник? Куда мы поставим птичник? Да, место надо расчистить. Все-таки расчистить, да? Ну, когда я попробую так воткнуть? Нет, серьезно? Seriously? Что за... Вот сюда могу воткнуть, но, блин, это так тупо. Пофиг, куда его потом можно будет передвинуть. А, супер, тогда сюда. Блин, дебилизм какой-то. Ладно, прям завтра с утра я приступаю. Будет тебе птичник. Все, спасибо, до свидания. Так, нет, подожди. Ты покупаешь, продаешь? Мне активно говорят, что продавай, это барахло. А, она не берет это? Ух ты, нифига себе. На! Ешь полезное. Неудачник. Лузер! Блин, я не знаю, неужели Себа реально кому-то прям вот прям нравится? Посмотреть на него. Размазня. Вечно ноет, ненавижу. Так, кузнец. Куль продавать? Пускай будет продавать. Раз. Блин, жаба. Серьезно, вот за такую цену продавать? Может, лучше отдать? Черт. Песчаник. Что такое песчаник? Ну, в смысле, для чего он? Может, все-таки отдадим в музей, а? Там награду получим. Серьезно, что это за... Что это? Для чего песчаник нужен? Что это такое? Так, что у тебя есть? Ничего у тебя нет. Жоды. Жоды. Давай. О, мне жода. Что это? Доломит. Так, а вот это вот? Просто прекрасно. Глина из морозного этого самого, да? Кристалл из финалки. Кианит. Киан. Кианит. Лол. Камень, зашмись. Чё это? Сланец. Короче, Гюнтеру сегодня повезло. Какого хрена, блин, вываливается какая-то? Окаменелый слайм? Ай, чёрт. Так, быстрей. Быстрей, музей. Музей, музей, скорей. Свершилось, господи, эти жоды копились. В смысле? Ну и? Чё она не открывалась-то? Я же испугалась. Отдать находки. Так, куча всякой непонятной хреноты. Новый подарок! Е-е-е. Перфекционист во мне сейчас шикует просто. Так, чё там, чё там, чё там, чё там? Чё там? Подарки. Стоячая жуда. Сейчас ее и расколем. Семена кара вот этого. Семена, это же лучше. Представляешь, мы потом посадим, и оно вырастет, и даст мне намного больше денег, чем если я их продам, вот эти фиговины. Так, В смысле? А чё, почему я не могу... А для чего она? А, это предмет интерьера. Ну ладно. Ну блин! Что за облом? Мусор. Мусор-мусор. Мусор-мусор. Ну вот. Так, у меня же... Стоп, чё ушла-то? У меня же ещё живода есть. Мужик, сегодня твой счастливый день. Вернее, мой. Еще одна штучка, хорошо. Чуть, да?
Что за картошка фри? Кальцит. Это картошка фри, не обманывайте меня. Еще песчаник. Так, напомните мне, песчаник это ягоид. Спинозоны-то какие. Еще одна какашка. Ну, в общем-то, и все. Так, ну, раз я там уже надавала. Вот ягоид отдать надо. Жаба, конечно, душит, ну что поделать? Да, вот это мы сейчас... Нет, знаешь что, давай, знаешь, как сделаем, чтоб я не запуталась. Мы сейчас отдадим все, что не отдали, а потом все, что наварили, продадим. Или может, нет? Какашка? Надо было какашку туда положить. Да ладно. Так, а для чего-нибудь еще эти штучки могут? Ай, черт, кольцо. Он просто так что-то не ярко выглядел. Картоху забыла, да-да-да, я вижу. Но она такая невыразительная. Мне для чего-нибудь нужен будет еще этот земельный кристалл? Ну, земельный вроде да, был для чего-то. По-моему, он нужен был в этом, в клубе, да? А песчаник? Песчаник нужен для чего-нибудь? Кристалл земельный любит Сэм. А шел бы он лесом, этот ваш Сэм? Песчаник точно не нужен, да? Ну ладно. Ну странно тогда. Чего у тебя? Ай, ну Свет, это же не торгуешь. Так, сейчас еще и твою мусорку обшмонаю до кучи. Слушайте, мы купили птичник. Куриц как-то отдельно покупать надо будет, или они там сами появятся? Сегодня день просто, просто невероятно удачный. Духи рады. О, кстати. А, у меня 2000 нет. Маша. Может, песчаник тоже кому-то нравится? Курица у Марни. Ну, Марни-то это понятно. Я имею в виду то, что нужно их покупать, или они там сами будут. Сэм не Фишер, пускай идет нафиг. Да-да-да. Ладно, пока прибережем. Продать всегда успеем. Тем более здесь такое количество денег смешное, что как бы и не это самое. Так, давай наловим рыбки. Рыбки. Замечательно. Духи рады, какой мусор. Давай рыбу мне. Рыбу, говорю, давай. Беспредел вообще. Духи, блин, рады. Вот так вот они рады. Ай, блин. Даже в мусорке ничего толкового не попалось. Никакого золотого кольца, ничего. О, Сэм. Ай, чтоб тебе. Дождь приглушает звуки. На свой сраный земляной кристалл. Не. Спасибо, очень рад. Подавись. Так. О, ура. Нет, стоп. Ой, только... Это духи рады? Ты должна не двигаться вообще, чертова рыба. Духи рады, понимаешь? Духи на моей стороне. Взгляни вокруг, оглянись назад. Нет! Нет, моя рыба, стоять. Проклятая тварь, как жить-то ей хочется, смотри, а? Неубиваемая рыбеха. Нет, нет. Великая борьба добра и зла. Нет! 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 Нет, я победю, я победю, я сильная! Я инквизитор, черт, блин! Великий маг Нилоц. Да, нет, нет, нет! Нет, нет, рыба! Рыба, не смей со мной так поступать, рыба! Я хочу тебя в тепло, на сковородку, понимаешь? Там тепло, уютно, там овощи! Нет! Не смей, не смей, моя рыба, нет!
Рыбка моя! Да, стой! Нет! Нет, не двигайся, тварюга! Что это за рыба такая, блин? Ожесточенная борьба длилась веками, столетиями. Нет, нет, стой, нет. Ну, давай, победил я, давай. Да! Щука, я так и знала, что это она, я так и знала. О, я победила! Кто король? Я король! Я король мира! Я король рыбалки! Да! Ой. Все, можно выдохнуть. Сиджерский дьявол, точно, да-да-да. Серьезно. Кстати, мне Ира сказала ни в коем случае не выбрасывать разбитые очки, вот просто вообще никогда. И поэтому я послушаю ее совета. И не буду этого делать. Так, все. Что я могу? Я могу. Дыня, ну ёперный театр. Через 12 дней. Там два... Сколько... Еще раз, ребята, я все опять пропустила, если кто-то писал. Сколько дней до конца лета? Зачем они нужны? А вот, вот я не помню точно, но я помню, что она сказала, ни в коем случае ничего с ними не делай. 28, да, значит, все правильно помню. Не вырастут мои дыньки. Не вырастут. Осень скоро. Эх. Так, а что там у меня было-то? Шет, по-моему, был. Да? Был же? Шет, да. Щуку же я втыкивала, да? Или ее тут нет, в принципе? Что-то я потерялась. Хз, короче. Ну, твои дыньки же уже 26 лет. Вообще-то 27, ну ладно. Так. Ну что мы будем делать-то? Инвентарь забит. Жоды разбиты. Какой-то веки. Можно, в принципе, сейчас дерево все это выложить. И пойти дорыбачить, что ли? Потому что делать-то особо нечего. Что у нас там было в заданиях, интересно? Это что за звук сейчас такой был? Из очков делается плавленый кварц. В таком случае надо и сломанные СД не выкидывать. Никогда этим не пользовалась. А, ну вот. А кварц для чего нужен? Просто Ира мне прям плешь проела. Она орала прям в три горла, то что не продавай, не выкидывай, не выбрасывай. Они очень, мол, нужны. Мне так нравится этот звук. Камбала, брабулька. Короче. Что потом наловим? Надоело. Учитывая... Хотя я всегда так говорю, а потом говорю, блин, зачем я выкинула? Кварц в крафте поливалок нужен. Окей. Так, ну и куда мне, кстати... Сейчас, где оно тут было-то? Можем слиток один, кстати, сделать.
гениальный у меня путь. Забыла. Забыла выложить отчетку. Особое одобрение. Передвижные рюкзаки отчетка. Алекс! Алекс, я иду! Алекс! Алекс! Алекс, жди меня! Я иду! Охренеть! Вот это день! Вот это я понимаю! Духи на нашей стороне! Быстрее! Алекс! Алекс, где ты? Алекс! Алекс! На! Это же аметист выглядит просто отлично. Еее! 300 рублей! Супер! Ла-л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 а! Стоп! Ай, лол! Так, ну ладно. Марти. Алекс. О, это было близко, да? Вот, вот поэтому нужно сохранять все, хотя бы по одному экземпляру. В этих чертовых ящиках. Так. О, хороший день. Хороший день. Плодотворный. Так, ну это уже бессмысленно сажать, поэтому мы это сложим. Тут же у меня все семена, да? Короче. Тут у меня, короче, семена будут, еда и прочая фигня. Надо запомнить это. Постараться хотя бы. Чуть-чуть. Тут у меня что? Тут у меня уже все сготовлено. Кстати, вот опять еда. Золотая руда. Короче, тут барахло и всякие вот такие вот штуки. Да? Еда, барахло. И все. А тут у меня предметы крафта. Не знаю, песчаник нужен, мне не нужен. Нет, наверное, я все. Хотя, блин, его. Он слишком мало стоит. Его продавать что-то как-то, знаете, неохота. Вот вообще. Все. На тропинке червяки торчали. Да? Ой, да, реально. Я так бежала домой, спешила. Ой, даже две штуки, смотри, нифига что. Тихая. О, книжка. Да-да-да. Галина, замечательно. Может, еще что есть? Он не нужен. А смысл тогда в нем? Почему он есть, если он не нужен? Очки, казалось бы, тоже не нужны. А тут прям минералище целое. Дырочки. Да. Так, куда я могу эту радужную жоду ткнуть? Где мой свет вообще? Где лампочка? Почему свет есть только от этого чертового камина? Так, куда тебя открыть-то? Стоячая жода. Ну, какая красивенькая. Нет, она будет стоять в спальне. Моя спальня, она будет стоять. Нет, вот тут. Симс! Так, Кыза, Кыза. Да, я тебя тоже люблю. Так, ну, в принципе, можно до завтра поспать, либо пойти порыбачить. Где у нас прудик-то наш маленький? Может, что поймаем? Он нужен только для коллекции. Для коллекции. Да? Что, далековато? Ну, ладно. Ну, странненько. Угу. Перерыва, кстати, не было, да, я знаю. Но нормально же. Так, напряженный момент. Только не щука, боже. И ничего, что на нее могло бы быть похоже. Ты же понимаешь, что щука в пруде? Это такое. Лесоплюх. О, кстати, он мне нужен для клуба. Эх.
Стишашок, Сташачок, в общем, не знаю, как читается. Привет тебе. Подожди, давай перекину. Ну? Ну? Очки, ладно. Везет сегодня прям не могу. Так, а чё, чё-нибудь я скрафтить-то могу вообще? Чё у меня тут уже появилось? Майонезный автомат, плавильная печь. Слушай, а я майонезный автомат могу поставить дома? Ну, внутри дома. Костер, кольцо стойкости, крабовая ловушка, нахрен ее. Деревянное покрытие, декор. Лестница, кстати, для чего она там? Использую ее в шахте, да, чтобы спуститься на уровень ниже. А, ну да, кстати. Вариант. Натыкать этих лестниц своими руками и не спускаться. Как дебил. Ну, вообще, это, знаете, в экстренных ситуациях, мне кажется, утилизационная машина. Железная слеза. Слушай, я ее могу сделать. Превращает выловленный мусор в полезные ресурсы. Дерево, камень и железный слиток. Пойдем сделаем, а? Где оно там было-то? Только что разбиралась, да? Казалось бы. Так, железный слиток, дерево, камень. Вот. А что такое? Углевыжигательная печь. Да ну. Я помню, мне еще тогда не понравилось. Катка. Используется для маринования овощей и изготовления джемов из фруктов. Просто стёжа. Ага, хорошо, будем знать. Катку бы надо тоже сделать, да? У нас, в принципе, есть уголь. Ща, короче, время крафта. Утилизационная машина, пожалуйста. Сюда, кадочку сюда. Так, машинка. Машинка, ты будешь стоять где? Почему сюда нельзя ничего поставить? Там такой хороший прям уголок для этого дела. Будешь тут стоять. Так, кадочка. Она значительно увеличивает стоимость овощей и фруктов. Катка, в смысле, да? Ну ладно. Сейчас я ее хочу дома поставить. Не хочу, чтобы она стояла на улице. Как-то это не очень. Кадочка. А, нет, можно, слава богу. Все. Как мусор, честно говоря. У меня обычно вот в таких вот зонах стоит мусорка в симах. Ну ладно. Так, пойдемте что-нибудь заутилизируем. Сейчас, правда, уже пол первого ночи, но ну ладно. Это мои окуляры. Как тобой пользоваться? Ова. Не канает, да? Нужен просто мусор, наверное, да? Мокрая газета. Давай. Что-то не очень работает. Ладно, неважно. Потом разберемся с утра. Лучше бы на улице поставила, а то каждый раз носиться с едой в дом. Ну и ладно. Зато красиво. Вручную кинь. В смысле. Да сейчас до утра доспим, все равно пора. Очень большой улов.